У нас было много голевых моментов, но мы не смогли их реализовать. То, что мы проиграли, несправедливо. Мы не заслуживали поражения. Не думаю, что заслужили проиграть, но все равно вот это футбол. Ты не забиваешь, тебе забивают и... Нужно не терять надежду и работать. У нас было много возможностей забить гол, но нам не повезло. Можно искать причины сейчас, то не то поле, то не то. Но думаю, что нет, что игроки уже к этому привыкли. Что это не может быть причиной, скажем так, нереализации моментов и невыигрыша команды.